Всем привет! Сегодня хочу снять небольшой такой обзор раскраски коралловый риф. Обзоры, конечно же, есть на эту раскраску, но я, как я уже каждый раз говорю, в каждом обзоре, что я хочу, чтобы у меня обзор был свой именно на те раскраски, которые есть у меня в наличии. И, может быть, кому-то мое видео будет полезным и вам интересно будет посмотреть. Хотя я и сама люблю смотреть по несколько раз у разных блогеров на одну и ту же раскраску обзор, потому что это интересно. Интересно мнение, например, колориста, как он видит, например, ту или иную страницу, может быть, какие-то интересные идеи можно почерпнуть. То есть вот так. Я сделала здесь одну тестовую страницу. Я эту раскраску хотела купить в Библионочь, но, подумав, ее убрала с корзины и сделала заказ других раскрасок, и потом уже когда видео Лена, Еленка 74 хобби, моя подруга, она показала, что она заказала себе эту раскраску. Я пожалела, что я не взяла ее. Кстати, Лена тоже снимала обзор на нее. Очень мне понравился этот обзор, но все-таки хочу, как я еще раз говорю, снять свой. И вот я пожалела и как-то зашла именно просто в «Читай город» в магазин. И увидела, что она стоит на полке, и, не раздумывая, взяла ее. И не жалею, нисколько не жалею, что я ее взяла, потому что я люблю раскрашивать рыбок. Вообще, как бы, ну, нравится мне такая тема. И, короче говоря, хоть она и получилась у меня дороже, чем было бы, например, ее заказать в Библионочь, там она была что-то 200 с чем-то, здесь она 319 рублей. Ну, я покупаю с картой бонусной, и у меня, конечно же, бонусы назад мне возвратятся, так что я не переживаю. Да, если бы даже и не вернулись, ничего страшного, не такая большая уж цена. Книжки, как я уже говорила не раз, я обкладываю или полностью обложкой оборачиваю, или обклеиваю самоклеющей такой вот прозрачной пленкой. Вот как здесь пол получается страницы, пол корочки, чтобы просто не махрились края. Обложка. Ну, такая плотный картон, такой довольно-таки гибкий. Раскраска у нас полностью прошита, как видно. И очень хорошо раскраска раскрывается. Это у нас арт-терапия 17-го года, издательство Эксмо. Очень хорошо раскрывается. Вот видите, раскраска. Листы белые, прям белоснежные, можно так даже сказать. И такие средней плотности. Очень много рыб. Ну, естественно, это же коралловый риф. Естественно, тут будут рыбы. Рыбы, ракушки, большое разнообразие. Ну, то есть, всякие морские обитатели. Вот видите, здесь какие-либо острова есть и яхта, наверное, или катер. Есть тут и маяки, что я очень люблю. Вот, например, кстати, шикарный маяк, чайки. Есть такие вот развороты с повторяющими рисунками. Немного, очень мало, но есть. Есть вот и медузы, всякие рыбки. И мне нравится эта раскраска тем, потому что это коралловый риф, и все можно раскрашивать очень-очень ярко, потому что и рыбки обитают в коралловом рифе, такие довольно-таки все яркие, такие сочные цвета, даже можно сказать, такие как неоновые цвета. Видите, осьминоги, черепахи, вот очень много ракушек разных. Есть картинки более крупные, есть помельче, есть повторяющие, как я уже говорила. Не так много, но есть. Такие вот рыбешки, кораллы. Вот опять такие вот всякие ракушки, морские звезды, морские ежи. Ну, то есть все обитатели. Красиво, конечно, красиво. Вот видите, маяк, это получается как повторяющийся, ну, то есть разворот одинаковый. Можно, например, как у меня была задумка, раскрасить одну страничку, например, вот сейчас я раскрашу, а вторую раскрашу через год.
и посмотреть, например, или там, например, через 2 года, и посмотреть, было ли у меня, ну, то есть появилась ли какая-то разница в том, как я раскрашиваю. Мне самой это очень интересная идея, я, скорее всего, так это и сделаю. Возможно, даже все развороты я буду так делать, потому что они повторяющиеся. Посмотрите, какие крупные ракушки. Акварелью здесь тоже можно. Я сейчас покажу дальше свою тестированную страницу. Такая вот интересная хвост кита, наверное, и как, типа корабль или парусник какой-то. Есть вот искат, ну то есть... Ну-ка, еще раз вернусь. Ну, то есть вот такая красота. Есть вот, знаете, такие вот страницы, в которых морские обитатели как в картинах оформлены. Тоже очень, я считаю, интересная идея. Есть вот птицы морские, черепахи, рыбки. Вот тоже разворот, пожалуйста, можно сейчас, а второй чуть позже. То есть вот так. Вот тоже, вот видите, как картинка, как картинами сделано. Вот есть. Пожалуйста. Русалка. С ракушкой. Интересные идеи некоторые. С удовольствием буду раскрашивать. Некоторые довольно-таки простые картинки, некоторые более сложные. И вот у меня моя тестовая страничка. Мне вообще, если честно, она не очень нравится. Но так как я здесь, можно сказать, не старалась, а просто тестировала материалы, я здесь много чем попробовала, специально посмотреть, как себя ведет бумага. Ну и давайте же расскажу. Ну вот, то есть, желтые это вот карандаши Крайола. Ну, конечно же, карандаши прекрасно себя ведут на этой бумаге. Не протекают, естественно, протекать там нечему. А вот, что хочу сказать. Вот смотрите, вот здесь красным. Это у нас красный, это Sonnet Aqua маркерами я раскрасила. Не кисточкой, а вот где фломастером край. Вот, и, по-моему, после того, как я поняла, что очень сильно протекает эти аквамаркеры на этой бумаге, я взяла обычный фломастер, не помню какой, по-моему, Крайола, по-моему, да, ой, или Кариока, как они мне называются, ну, факт то, что неважно. И потом вот я брала перламутровую акварель, видно, блестит, и покрывала полностью все, то есть... всю работу этой перламутровой акварелью. И, кстати, вот здесь у меня черный, это тоже фломастер, и плюс я еще дорабатывала карандашом. Так, а карандашом Бруно Висконти. Вот у меня здесь отмечено. Бруно Висконти потом еще дорабатывала, чтобы более так четко было. Ну и вот смотрим, где был фломастер красный, и аквамаркер, и просто фломастер. Там протекло. То есть, а в остальном нигде не протекла акварель. Значит, можно смело раскрашивать акварелью в этой, то есть на этой бумаге. Конечно же, очень сильно воду я не советую лить, но я все-таки довольно-таки неплохо смачивала страницу. Ее немножко повело. Я специально не стала ее не проглаживать, ничего, чтобы можно было посмотреть на бумагу. Ну, то есть, вот так. Картинка так себе, но как то, что я теперь знаю, чем можно раскрашивать. Вот такой вот разворот. Я думаю, можно будет что-то здесь придумать, чтобы где протекло, и сделать так, чтобы не было видно. Кстати, раскраска довольно-таки толстенькая, много очень иллюстраций. В конце я скажу, сколько страниц в ней, потому что у меня, ну, практически все раскраски, страницы прописаны. Мне так удобнее, потому что я каждый месяц записываю в блокнот, что или иное раскрасила, например, на какой-либо странице. И отмечаю у себя в блокноте тоже постранично. Мне так удобнее смотреть, какая раскраска заполняется, какая нет. Очень нравится вот эта вот картинка. Девушка
И дельфин. Вообще здорово. Красиво. Крабики-осьминожки всякие. Интересные рыбки. Дельфины. Вот крупные вообще. Практически заканчивается у нас раскраска уже. Немножко страниц осталось. Я думаю, гелевые ручки тоже можно будет попробовать. Кстати, вот их я не протестировала, но думаю, должно быть нормально. Морской конек классный, мне очень понравился. Так, и в итоге здесь 125 страниц в этой раскраске. Последний такой вот маяк, компас, ну, то есть вот такая вот прекрасная, я считаю, раскраска. Я могу смело ее порекомендовать. Мне вообще раскраски от арт-терапии очень нравятся, именно большого формата. У меня есть, конечно, и маленького, но я предпочитаю полноразмерную раскраску. Ну, конечно, каждый выбирает сам, что ему нравится. Ну, и надеюсь, кому-то мой обзор был полезен, интересен. Задавайте вопросы, я всегда на них стараюсь отвечать. Если вам понравилось видео, мой обзор, поставьте мне лайк, мне будет очень-очень приятно. Ну и всем пока, до новых встреч!